третье место в упорной борьбе. Это легендарный Игорь Шин, третье место в суперзаезде трековых гонок, друзья. Медаль, студия. Пистолет. Вот тебе приз от Деда Мороза. Спасибо. Вручает ветеран спорта, коуч Николай Васильевич. А? Где второе? Сам лично. Второе место в суперзаезде. С последнего ряда смог прорваться среди бесконечного количества участников. Дубников Максим на классике. И зарабатывает не только сегодня золотую медаль, глядите, а еще и серебряную. Вот медаль на память. Девушке подарок отдашь, вот тебе от Деда Жена Мороза. Жена уже, а вернее жене, простите меня, пожалуйста, я не знал. И за первое место, внимание, на классике смог оторваться от всех. Классика, русская классика, это просто невероятно, держи на память.